Нет, приближай, блядь. ЭПС! ЭПС! ТВ! Hello! Hello! You are press? Hello! Yes! Okay. We have some problems. Oh. Hello! How are you? ЭПС! What are you doing here? There's our room there. What? Press? Our main room there. Отойдите назад! It's dangerous, please. Okay, okay, okay. Слушай, я вовремя за дверь смотрел. Что там было? А что там было? Как? Подарок. Кто-то вам вошел? Нет, у вас нет розетки. Наша вторая командировка в Ялик начинается с наполненных тьмой коридоров административного крыла аэропорта. Последняя цитадель законности и порядка, как называли ее официальные лица, на деле обернулась для всех тотальной ловушкой. Почти каждая комната этого строения использовалась ранее незаконными вооруженными формированиями в качестве схронов. А где схрон, там и капкан. Мины и растяжки почти на каждом предмете интерьера. Keep going, keep going, don't worry. Короче, можно идти, кроме вот этого. Hello! Yes, exactly. Они очень странные. Но вот у нас, к сожалению, пока другие задачи, и командование пока сказало... Что у вас за задача? Обеспечить разминирование. Работали по этому направлению, мы работаем по этому. Там тоже подарков хватает. У нас ребята уже две штуки сняли. Там, кстати, а там дальше лестница вниз еще одна есть? Ну да, потому что все исследования останки какие-то нашли, непонятные. Слушайте, давайте сделаем следующий лобзор. Сможешь меня провести до конца коридор, если ты все проверила, там все в порядке, и спуститься по той лестнице вниз? А я как раз тебя оставлю на этом этаже и пройду именно как раз с вас. Понимаете, я конечно, извиняюсь, ваше звание... Посмотри, как ты думаешь, они есть? Не вижу, но если что, я лезу. А можно пройти? Понимаете, у нас приказ... Это ваш лифтер? Это МЧС Россия. Я поняла. Вот. У нас уже один, ребята их охраняют. У нас, понимаете, как бы свой приказ, к сожалению, пока мы не можем. Товарищи, кто здесь старший офицер? Здесь есть старший офицер? Классной Италии. Давай сейчас мы саперы. А мы еще потом. Ну, давай, заведешь нас, пожалуйста. Там же а потом заведем. Там лестница вниз есть? Есть. Ну, спустишь. Вы же не знаете, что там происходит. Давай мы разрулим ситуацию. Сейчас мы разрулим. Несмотря на весь напор обаятельных итальянцев, силы РФ непреклонны. Крыло заблокировано на разминирование. Однако настойчивая сеньора предпринимает последнюю отчаянную попытку прорыва. Так, приезжай к нам. Чего это там происходит? Дальше генерал. Вынесем. Что, выносите мост? Мне уже целый час, и выносите мне мост макаронами. Вот такую мину нашли. Вот такую?
Давай мы пройдем тоже. Пойдемте, ребят. Сейчас зайдите за вашу линию. На первом этаже нас не пускают на вашу сторону. Будьте добры. На первом этаже что за бред? Какой-то первый этаж? Ты о чем? Девушка, я с вами не знаком. Пройдите, пожалуйста, за линию. Я не девушка, я генерал. Хорошо, товарищ генерал, очень приятно. Вы с вами не знакомы, разве надо пройти за линию? Капитан Кожедуб, очень приятно. Пройдите, пожалуйста, за линию. Слушайте, меж тем, первичный осмотр этажа окончен. Миротворцы отправляют встречные патрули для обмена информацией. А нам, наконец, удается добраться до комнат администрации Ялика. Немногочисленные полицейские сейчас находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, порой спорная деятельность контингента относительно мирного населения. С другой, постоянные покушения и атаки НВФ на действующего мэра Трифонова. Все это требует строгого распределения обязанностей. Невозможно быть и щитом, и мечом одновременно. На текущий момент проводилась контртеррористическая операция совместных сил, как я понимаю, контингента НАТО, контингента РФ, по разминированию данного этажа. В процессе разминирования успело пострадать двое случайных граждан Белогории. К сожалению, этот инцидент не был решен должным образом, потому что долгое время войска НАТО и войска РФ не давали доступа к пострадавшим. В итоге они их просто перевязали и бросили на месте. Одного из пострадавших, легко раненого, мне удалось эвакуировать собственными силами. Я его протащил, пронес на себе, можно сказать, через все кордоны, через все допросы, через все, можно сказать, пожалуй, даже и... Ну, когда одним словом залезают под повязки, это уже ни в какие ворота не лезет. Мне еле-еле удалось его все-таки довести до МЧС, я начал возвращаться за вторым, меня не пускали сюда, мне не давали оказать помощь человеку и не давали познать ни его статус, ничего, ни, собственно, оказана ли ему медицинская помощь, находится ли он в безопасности. Вот. Однако через некоторое время ситуация прояснилась, МЧС смогли эвакуировать и в данный момент вроде как обстановка стабилизировалась. Основной задачей администрации по-прежнему остается документооборот и решение спорных гражданских вопросов. Беженцы продолжают прибывать в аэропорт для проведения выборов мэра. Мест не хватает, а провизии тем более. Многие стараются восстановить лицензии на оружие, так как не чувствуют себя в безопасности. Другие же в панике разыскивают родных и друзей, которые до сих пор не прибыли. Это самые лучшие войска, которые есть на территории Белогории. Самые лучшие. Самые лучшие, да. Спасибо, оказали неоценимую помощь. Накормили, напоили. Напоили, проверили, да. Жажды не дали. Все было корректно. Корни лучше. Спасибо. Огромные и хорошо вооруженные гусеницы патрулей продолжают исследовать нутро третьего этажа административного крыла. Однако сам этаж остается заблокированным. Спуститься вниз можно только через блокпост, но для этого нужно сопровождение. Такой, нам нужно отправить пару корреспондентов погулять по территории. Вы можете сопровождение их взять? Сейчас подумаем. Хорошо. Так, пресса. Значит, в пределах этого этажа мы вам можем дать двух бойцов по охране. Прекрасно. Давайте пройдемся до туда примерно. Несмотря на то, что в целом этаж признан безопасным от СВУ, в коридорах вводится вторая проблема войск контингента. Мирные жители тут же заполняют комнаты в поисках скронов с едой. Сейчас в Ялике две причины смерти – от голода и от мин.
Наиболее отчаянные, по слухам, пробираются на этажи прямо по фасадам здания или через тайные ходы, порой возникая из ниоткуда сразу после ухода патруля. What happened with your friend? He just entered the room. He doesn't have this right? What he did here? It's his affairs. I don't know. What are you doing there? Your friend? I'm not in the room, so you can't ask me what I'm doing here. This man right there is with you. Yes or no? Can you repeat the question? This is your friend? Yes. Okay, let's shoot me. So just living in this country. Я иду один, там двое. Третий на постройку, что вперед не едет. Где переводчик? Где переводчик? Я переводчик. А что происходит? А почему не пропускают людей? Мы общаемся, никакого вопроса про пропуск не ставим. Почему вы не пропускаете людей, граждан Белогории? Вы не могли бы представиться? Не подчиняется. Он должен оставаться безнаказанным. Запроси руководство. Пускай кусок уберется. Просим, что они наши брать. Ты еще больше доведи объектив. Ты сразу ли что-то делаешь? Ты режь, выключай. Понимаете? Кто переводчик? Ну что, запросите? Переводчик! Ну, я переводчик, добрый вечер. Я переводчик. Почему не выпускают граждан Белогории на улицу? Какая причина? Гражданам Белогории никто не препятствует выходить на улицу. Почему не препятствует? Вот представители граждан Белогории, которым запрещено было выйти на улицу. Когда? Буквально 10 минут назад ваши товарищи вон на блокпосту около лестницы развернули нас, сказав... Эти люди мне сказали, что они общались с другими и просили вас подождать. А, это оказывается, и мы должны понимать язык жестов? При том, что их переводчик не смог к нам обратиться. А вы не могли бы представиться? Я капитан вооруженных сил СМПЕ. А ваше имя? Наив Мир. Все. Спасибо. Вы пропускаете граждан Белогории? Пропускаем граждан Белогории. Мы можем проходить на улицу.
Если у граждан Белогории все в порядке с документами... Разумеется, у нас все в порядке с документами. Проверим ваши документы. Представитель полиции здесь, который проверил их документы. Что? Представитель полиции здесь, сотрудник полиции, прапорщик полиции Белогории, который проверил их документы. Я прекрасно понимаю, что так. Вы искать, но вы тоже должны меня понять, что у меня есть приказ проверять всех граждан Белогории на предмет документов. Хорошо. Вы же тоже исполняете приказ, правильно? Правильно. Если вам приказывают делать, вы делаете. Правильно. Вот, и мы тем же самым занимаемся. Ну вот, я представитель власти. Хорошо. Вот, проверим документы. Вы их пропускаете? В чем проблема сейчас предъявить нам документы? Сопроводите их, пожалуйста. Я так понимаю, вы хотите дальше по коридору пройти? Да. Так, мы с ним идем? Да. Идем? Да. Идем дальше? Да, пойдем. А можно мне вот не светить лицо? Да, конечно, конечно. Вчера лицо разменять. Вот так сойдет? Да, спасибо. Слишком гордый кровь. Я белогорец. Гордость у них в крови, да, пожалуйста. Белогорец. Пошли. Пойдем. А документы прессы, да, я понимаю, что... Угу. Пошел. Вы же тоже не запрашиваете у меня документы? Вот, пожалуйста, документы. Какого формата? Извините. Ну, я здесь не вижу ничего. Ни фотографии. Ну, извините. Как видите, силы СФБС совершенно открыты к диалогу и диалогу с прессой. Ой, я сейчас набросаю ваш портрет, смотрите. Идеально. Отлично. Вот. Окей. Это представитель прессы. Да. Эти два товарища будут их сопровождать. Куда сопровождают? Ну, я не знаю, они хотели пройти на улицу. Нет. Мы проверили их документы. Да. Не препятствуем их. Ваши представители задержали гражданина Голодной, и нам хотелось бы выяснить ситуацию, за что задержали, куда, зачем, когда. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно знать имя и фамилию гражданина Белогории, которых мы задержали. Мне тут что-то граждане как бы сообщили, что одного из этих товарищей задержали. Ну, вы же понимаете, что разговор нужно вести предметно. Я же понимаю. Я должен обратиться к руководству, спросить, кого задержать, что представитель полиции пришел, собственно, пообщаться по поводу задержанного. С руководством СФБ, я понимаю. Так точно. Название, причины, как сотрудник полиции, то есть представитель власти. Значит, я могу пояснить только одно, что окончательного, скажем так, пояснения я не могу дать. В данный момент граждан задержаны именно по подозрению в противоправных действиях и введении подрывной деятельности. Непонятно, что размыть противоправных действий и введение подрывной деятельности? Ну, потому что в данный момент представители военной полиции проводят расследование, разбираются с этими гражданами. Отлично. Почему мы не участвуем в этом? Сотрудники полиции. Да. Ну, в данном случае пока привлечение вас как сотрудников полиции Белогории мы не видим нужным. Пока. Значит, если граждане действительно как бы серьезных каких-то правонарушений, направленных именно на нарушение общественного порядка, не совершили, то мы обычно передаем их вам. Отлично. Вот. Если что-то более серьезное, то это уже решаем на своем. По вашей юрисдикции. По вашему мнению. Да, то есть то, что входит в нашу юрисдикцию, мы этим руководствуемся. Мирные белогорцы. За мир. За мир. Недопонимание. Тут генерал наших вооруженных сил, который еще, оказывается, где-то существует. Thank you.
Тем Ванич. Есть. Интервью к тебе пришли брать. Я рад за вас. Господин Ванич. Здравствуйте, объединенные контингенты. Мы хотели бы получить ваши подробные комментарии относительно вашего задержания. Да, конечно. Что стало причиной вашего задержания? К сожалению, мне не объяснили, со мной весьма грубо обращались. Меня обыскали, несмотря на мои отказы, что, в принципе, противоречит международным нормам. Более того, мне не объяснили причину моего задержания даже после доставки в отдел. Когда я отказался предъявлять по незаконным требованиям паспорт, свои документы, потому что международный контингент не имеет права требовать у меня документы. Что прописано, кстати, в нашем замечательном паспорте граждан Белогории, 9-м пунктом. Мне начали угрожать, ко мне начали применяться меры психологического давления, меня называли вплоть до, скажем так, весьма нецензурных названий. Вот. И на мое законное требование пригласить представителя МВД Белогории мне сначала было отказано, после чего все-таки его пригласили. Когда представитель МВД Белогории пришел, я предъявил ему документы, потому что только МВД Белогории имеет право проверять наши документы. Ко мне очень пренебрежительно отнеслись, но вы отпустили меня, скажем так. До сих пор я не знаю, по какой причине я был задержан. Угу. Но это не считается, я так понимаю, уголовным преследованием с вашей стороны? Я считаю, что это не уголовное преследование, я считаю, что это прослеживается политический мотив. То есть, снять вас с участия в выборах? Возможно, да, потому что люди с уголовным прошлым каким-то не имеют права участвовать у нас в выборах. Вот. Более того, мне подкинули гранату. Пытаюсь доказать, что у меня есть с собой оружие, которые я не имею права носить. Я честный человек нашей страны, я имел при себе лицензию на оружие, у меня есть пистолет наградной, вот. Но его со мной не было, мне подкинули гранату и всячески пытались доказать, что это мое. На данный момент сейчас вас у правоохранителей и сил миротворческого контингента к вам нет вопросов? У правоохранителей с самого начала не было у меня вопросов, там большинство служат моих ребят, которые еще в нашем замечательном белогорском службе, в силах белогорского, скажем так, армии бывшей, к сожалению, бывшей, служили. Сейчас они в полиции, они работают там. Многих я знаю еще вот прямо с детства. Вот. У них как мне никогда не было вопросов, а по какой причине я был задержан интервентами, назовем их так, я до сих пор не знаю. На самом деле, вас характеризуют иногда как противника присутствия полного миротворческого контингента. Это полностью правильно. Я считаю, что это наша страна, и мы здесь сами разберемся. У нас есть очень незаконно, скажем так, расформированные силы, вооруженные силы, в том числе ребята, которых я могу характеризовать как патриотов нашей страны, которые служили под моим началом. И на данный момент, по сути, их вышвырнули на улицу. Вместо этого наша замечательная преступная власть, я буду говорить открыто, я человек прямой, военный, она ввела сюда совершенно сторонних людей, не поинтересовавшись, вызвав гражданскую войну, я считаю, за счет вмешательства контингента РФ, контингента НАТО. Вот, и я в случае своей победы на выборах сделаю все, чтобы данные контингенты покинули нашу страну как можно скорее. В частности, начну с Ели. Угу. Последний вопрос. Вы когда выдвигались, соответственно, на позиции мэра, да, как кандидат, в чем вы считаете ошибка, скажем так, предыдущего мэра и вообще управленческого? Наш мэр был подкуплен. Он работает только в интересах своего кармана, никак по-иному. Более того, если вы заметили, присутствие военных сил в нашей стране никоим образом не уменьшило коррупцию, не уменьшило теракты и печальный майский опыт, к сожалению, в котором я потерял трех друзей. Он в данном случае
я не гонюсь за какой-то финансовой выгодой. Мне, в принципе, она не нужна. У меня есть все. Я все, что хотел, заработал честным трудом. При военных вмешательствах Российской Федерации, при бомбежке, если мы возьмем Российскую Федерацию, полгода назад я потерял жену. И цель, на данный момент моя цель, это легализация военных формирований 2СС, в первую очередь, потому что это бывшие военные, это действительно грамотные люди. И восстановив с их помощью армию, сделав ее хотя бы временно белогорским ополчением. Объединенным, я так понимаю. Конечно, конечно. Это этих людей просто стравили. Их просто стравили между собой силы, третьи силы извне, Российская Федерация, НАТО. Это все искусственная война, искусственная гражданская война. Вот. И если мы уберем внешний фактор, соответственно, это, в данном случае военные контингенты других стран, мы достигнем первого шага на пути к стабилизации ситуации.